Да. Здравствуйте, представьтесь. Я Середа Владимир, житель города Синельниково. Вот, значит, я сам агроном, занимаюсь все, что связано с сельским хозяйством. По ходу своей деятельности также занимался ландшафтным дизайном, промышленным. То есть газоны, деревья, скажем так, может быть, это не сильно мое, но, в принципе, азы хорошо знаю. Мне интересно в сельском хозяйстве все, что касается биологии и то, что включает мозг. Потому что мы много делаем вещей, которые нам не нужны. Ну а сейчас мы собрались для чего? Сейчас мы собрались, наверное, для того, чтобы чуть-чуть поработать на наш город и его укрепить. Я думаю, что деревья были посажены, их можно было бы немножко в зиму поддержать. Первое, это вопросы, наверное, возникнут по поливу, правильно? То есть да, нужно ли поливать вообще зимой водой. Вот, мы добавим препарат, но какой бы мы препарат ни добавляли, за препарат я сейчас расскажу, то есть будь то корневин, будь то гумат, будь то вот фосфорно-калийные составы. Самый главный в этом элемент это вода, как растворитель, плюс вода, все спрашивают, не замерзнет, нет. И вот поливают даже зимой для того, чтобы дерево не сильно мерзло. Вот, то есть чем больше воды, тем дерево будет укреплено. Плюс, я так понимаю, его там не так много поливали, поэтому после того, как посадили, его нужно облагородить и поухаживать. Что я про себя скажу? Где-то в посадке деревьев 20% это посадка, и 80% это уходные работы. То есть главное не только посадить, потому что вот у нас, например, парк возле этого хотели сделать, на восточной стороне. Там посадили очень много деревьев, ни одно не принялось. Вот, то есть был субботник, толока в 2008-м, его просто закидали, но никто не полил, и забыли, что вторая бригада должна пойти засыпать. А так, в принципе, да, нормально. Поэтому уход на работы – это очень главное. Значит, по препарату. Препарат, в принципе, не чудесный препарат. Кстати, о своей фирме. Фирма наша «Союз Агроконсалтинг» занимается продажами микроудобрений, семян, средств защиты растений и биопрепаратами. Лично мне нравится все, что касается перехода на биологические системы. Кстати, на моем логотипе дерево. Вот это я так. Кроме всего прочего. Здесь состав не чудесный. Здесь элементы, которые должны быть для растений. Это азот, фосфор, калий, сера, магний. Ну, про этот препарат скажу. Этот препарат я специально заказывал еще. Здесь есть марганец и цинк. Цинк, фосфор – это два элемента, которые влияют на укоренение. Сказать, что они влиять будут сегодня – это неправильно. То есть основное мы должны полить и оставить эти элементы, они рассредоточатся при корневом слое и начнут работать уже весной. Понятно, хорошо было бы еще весной полить большей дозой и дать еще какой-то подкормке. Угу. Ну, в принципе, так. Нет, так оно... Расскажи, что ты делаешь в двух словах. Вы еще и снимаете, да? Ну, конечно. Что, мы решили, что мы под каждое дерево, тут метки, но их слабенько видно, под каждое дерево 100 грамм препарата, потом этот препарат проливаем водой. Вот что мы сейчас и будем делать. Пошло. Внезапно. Сережа, что надо сделать с елкой? Что надо сделать с елкой? Да, елка болеет. Землю облагородить. Удобрить. То есть это не наша посадка, но мы за ней ухаживаем. Есть. Потому что каждое живое. Попало, красивое дерево. Конечно, конечно. Владимир, расскажите о своих планах на будущий год, пожалуйста. Я бы хотел видеть, чтобы у нас было больше активных людей, которые не ждали, что им
что-то дастся само с головы. И делали так. Понятно, что надо это где-то согласовывать. То есть всегда у меня такой вопрос, самое первое, согласовать, чтобы не навредить. Первое, потому что я всегда вспоминается тот анекдот про бабушку, которая просто стояла, ее перевели на другую сторону. Так вот той бабушке не надо было на ту сторону. Что не будет ли делаться что-то вдруг там в ближайшее время. И второе, что хотелось бы. Вот мне, например, хотелось бы, чтобы у нас на восточной стороне, вот там, где пустырь, где бывшее кладбище, что-то стало в виде парка. Вот так вот, как здесь посадили деревья, можно организоваться. Но там смущает первое, что это было кладбище. Вот, и второе, там нет такой ровной поверхности, ее надо выровнять. Вот если выровнять, я бы с удовольствием хотел бы видеть здесь деревья павлонии. Вот, деревья павлонии я могу, я думаю, организовать. И когда уже ее брать, у нас есть институт, институт биоэнергетики. Вот, и там занимаются именно выращиванием клонов павлонии. То есть там программы, действительно очень большие энергетические программы, потому что... Город, например, любой, любое поселение должно быть энергобезопасно. То есть оно должно где-то питаться энергией. У нас как раз отключили, все, у нас ничего не будет. Поэтому они занимаются разными направлениями. И одно из направлений — это деревья. Это деревья павлонии, которые очень быстро растет. И мы можем уже через 5 лет видеть огромный, шикарный, скажем так, сад, парк, который будет вырастать. То есть у нас там не будет таких, скажем так, приростов. Ну, плюс она хорошо цветет. То есть это медонос, она разложится. То, что я видел, 3-4-летние деревья, это довольно большие, хорошие, внушительные деревья. Ну, вот так вот. Отлично, спасибо. Как вас зовут, молодой человек? Виталий. Мы хотим сказать спасибо за то, что вот Виталий открывает краник, мы набираем воду, и мерзнут у него руки. Да, спасибо. Да, действительно, маленьких ролей не бывает.